Ты когда-то увидел цены в доширак, тогда 100 рублей стоит. Значит, я лежу. Ну, хоть что-то понял. Ой. Ты, блядь, кто? Чтобы я не... Снова удар, блядь. Ну, бля! Что я такого сказал? Ты сбис... Блядь! Всем привет, дорогие дамы и господа, с вами я, Бонни 37, и сегодня... Был простым бойцом на свете юных лет. Ладно. Герой, звучит круто, но какой смысл быть для кого-то героем? Слишком уж относительное понятие. Герой ли тот, кто защитил жертву личного нападения? Ну, наверное. А тот, кто спас заложников из лап террористов? Определенно. Останешь ли герой, пожертвовав свое сердце близкому человеку для трансплантации? Вполне возможно. Но, увы, в жизни вещи зачастую не такие, какими кажутся на первый взгляд. Сегодня мы с вами сыграем в визуальную новеллу под названием «Какой-то парк». Название я дотошно не помню. Ладно. Ученый. Господи, генерал, доклад об испытании телепорта готов. Судя по вашему голосу, ничего хорошего вы мне сообщить не планируете, верно? В каком-то роде. Коротко и ясно. Изложить суть. Успех или провал? Я бы не назвал это провалом, но удалось расщепить тело и отправить его. Ну, где испытуемый? Трудно сказать. Вы угробили одну из наших лучших бойцов, а теперь ваш... Всего лишь трудно сказать. Он не обязательно мертв, но мы не можем гарантировать того, что он жив. Если верить нашим данным, то резкий выброс энергии, повредивший оборудование и травмирующий одного из сотрудников, как раз и был сигналом об удачном скачке. Или скачок был удачным, ты... Что появилось в пункте 34? Ничего, вторая страница телепортации никак не среагировала на события первой. Испытуемый не появляется за планированной точки. И в данный момент могу с уверенностью сказать, что она на Земле его нет. Маяки на экипировке Макса 17 весьма мощные. Даже если бы он оказался в глубине океана или на орбите, его бы засекли наши страны. Станции слежения или спутников. Просто блеск. И в какой части галактики или вообще вселенной вы выбросили его искать? Поисков не будет. Официальный эксперимент призван неудачным. Поэтому в виде отчета об испытании вы можете сейчас все увидеть. Со своими глазами. Окей. Вот и я выходу. Запись 37. О! Запись 37. Аппарат включен. Испытуем Макс 17 Экипировка, стандартный летний комплект... Испытуем МАКС-17. Экипировка, стандартный летний комплекс, вооруженный стандартой. Испытуемый адекватен, агрессии или страхов не проявляется. Несколько звонов. Жалоб на самочувствие нет. Желание отказаться от эксперимента не выражено. Не выразил. Запись 38. Поступил приказ на старт. Испытуемым по громкой связи данная команда двигается в портал. Испытуем спокойно, решительно, дрожью в конечности не зафиксировано. Жизненный показатель в норме. Легкая тахикардия. Перед началом движения отслюзилась на камере. Запись 39. Система телепортации работает в штатном режиме. Задача точка перехода пункт 34 на востоке границ. Испытуем МАКС-17 выступил в контакт с порталом. Перезагруз и внешней ситуации не обладают. Квадовый скачок завершится через 3, 2, 1. Вот, теперь вы сами все увидели. Знал я, что не стоило подписывать его рапорт. Надо было к вам не очень как-нибудь подходя отправить. Знали ведь, что шанс успеха 13%. Ни экипировки мы не выдали нормальной, ни инструктажа не провели, ничего. Наверху, видимо, и считали его смертником. Его последнее желание, которое мы по условию контракта должны выполнить, где оно?
Также из-за жена Файлера на планшете. Он просит вылечить его отца. Сам он не мог оплатить лечение. Полагаю, это и было его основным мотивом. Уже не важно. Мы займемся этим, не переживайте. Я вас понял. Свободно. Приболел. Тихо. Пусто. Ничего не видно. Я ничего не чувствую. Самое паралич. Но я, кажется, не спал. Что-то касается моего пальца. Всего маленькие когти аккуратно дотрагиваются до подушки мизинца. Царапается. Эй, человек. Макс, просыпайся. Что? Кто это голос? Он звучит прямо у меня в голове. Он зовет меня по имени. Макс, глаза открой. Чего валяешься? Туша, алло. Ты же живой? Что ему от меня надо? Кто это вообще? Туша, очнись, кому сказал. Валился ко мне в нору, чуть не раздавил меня, и зараза ты такая. Что он себе позволяет? Кто-то маленький пробежал по руке и, кажется, сел мне куда-то в районе шеи. Значит, я лежу. Ну, хоть что-то понял. Давай. Ты, блядь, кто? О, хомяк. Фиолетовый. Очнись таки. Хомяк. Хомячок. О, вот и я. Хомячок. Галлюцинация. Ничего страшного. Лучше такая, чем чудище какое-нибудь. Все же после телепортации могло и что похуже привидеться. Я не хомяк. Меня зовут Ханки. Я Салангандер. Я Салангандец. Глухомань ты. Хомячок, а ты... Че такой грубый? Сидишь мне хамишь? Я не хомяк. Я Салангандец. А ты чмо. Чудом материализовавшийся организм. Офигеть, чмо. Это я сейчас над тебе сижу, а когда ты появился у меня в норе, ты сам чуть меня не раздавил. Ты вон какой крупный, да еще и с рюкзаком. Радуйся, что целиком поместился в нору. Будь иначе, голова могла и в другом месте материализоваться. Если я правильно понял, оценил твою физиологию, что это сделано бы тебя куда меньше живым, чем обычно. Да сука. В любом случае, нора принесла нас обоих сюда. Погреемся на солнышке, поговорим. Пока ты вот в рубе лежал, я уже успел у тебя в мозгах поковыряться и что-то кое-что понял. Масюк, а ты забавный. Какой? Нихера. Ты когда-то увидел цены в доширак, когда 100 рублей стоит. Какой Масюк? Макс, ты сбредил? Масюк, ты помнишь, когда я был маленький, я покрасил себя фиолетовой гуашью и фотографировал, а ты прятался. Мама с папой меня потом сильно отругали, а тебя сейчас отмывали. Вот бывает же, 17 лет прошло, а вот так под сознание меня напомнило о тебе. Ря! Ай, что ты, зачем ты меня вмазал? Достал ты меня! Понял теперь, что я не галлюцинация, не Масюк и не хомяк, я Ханки. Озверев, я схватил за шкирку и затащил за плечо. Давай себя бугаем. Хомяк, скотина ты такая. Может, хватит надо мной издеваться? Я еще в себе после телепортации не пришел. Я рефлективно вскочил на ноги, но перед все поплыло и... Макс, просыпайся! Макс, тебе кажется, сейчас буду кушать! В смысле? Макс! Ох, Влад! О, Игорь, Влад! Сёма! Это вы! Да когда я на пикнике? Что происходит? Я голый? Взгляд сфокусировался и понял, что лежу на земле, совершенно голый, а мои руки и ноги связаны и проматывают длинный толстый пакет. Рядом со мной возился целая толпа, похожих на 200 человек. Что-то бормоча друг друга и периодически переходя на крик, они толкались и кричали, плясали, иногда вздымая руку и затянули тучи неба. Несколько этих ребят поблизости разводя костер. Чуть подали, где мой рюкзак, сейчас его задержим моего одежды. А, вон они. Вон рюкзак этот охраняет. И там же прислонился к дереву
полусидел, истекая кровью в один из этих дикарей. Точно между глаз его красовалась дыра от пули. Умничка, сообразил, как пистолетом пользовался. Видимо, поэтому его товарищи не стали дальше потрошить мои пожитки. Побоялись. Попытались вырваться и... Попытались выбраться. Бесполезно. Ничто похоже на маленькую веревку, скрученную сложным узлом, сковало мне, похоже, как будто наручница. Эту штуку явно украл у кого-нибудь более раз-два. Говорить эти ребята, может, и не умеют, зато узлы вязать наловчились руками такое не раз... Я зубами даже не раз взяли. Дело почти не ощущалось, а если затёк... Я видел, что плохо дело. Ханки возьми, словно из ниоткуда, вновь оказался сегодня меня. Ах, беда. Эти приматы тупые. Кроме прочего, они меня не видят. Я сделал запрос в море. Общее сканирование показало, что за прошедшее время местная фауна потерпела огромное изменение. Просто их им их глаза или их мозг изменяет, не знаю точно, но факт налицо, они не видят меня. Но поэтому, что они типа шары идиоты, и скорее всего из-за моего сильного фона он скрывает меня от восприятия. Что им мне делать теперь? По-твоему, это беда? На это, что меня хотят сделать камчу наверх, а то, что не оценил, как ты шиган махнает сюда в задницу? Ну да, признаю, у тебя тоже есть некоторые трудности. Сделай что-нибудь, перезагрузи веревку в конце концов. Одурел, я тебе повторяю, это тебе просворная крыта, что ли? Веревки грызть. Хотя бы попробуй разве руки своими лапами, пожалуйста. Какой же ты бесполезный. Еле ходишь, в обороке падаешь. Ты вроде мне этих приматов, а толку все равно никакого. Может, ты тоже тут, как телега, и тебе просто повезло, что ты меня видишь? Я думал, ты разумная форма. Хомяк, мать твою, за ногу. Йо, не хомяк. Ханки, ты можешь? Нет, поможешь мне? Нет. Но сейчас, все-таки если тебя съедят, мне будет не с кем поговорить о пути. Охренеть от демонстрации. Ханки запрыгнул на палку и неспешно с задних лапок подошел к узлу. Надеюсь, он справится с веревкой. И зеленые глазки. О май! What the fuck is going on? Уля-ля. Я даже не успел заметить, откуда она появилась. Разволосая девушка будто возникла посреди толпы, и доедавшись в тот же миг, ко мне подкатило две отрезанные головы. Слушай, вроде бы должен быть рапорт. Где мой рапорт? А, все ясно. Ладно. Надо признать, что они меня потом... Стальные убийцы тоже среагили быстро, кто с ножом, кто с камнем, а кто с дубиной. Они дрожно бросались к ней. Со скоростью пропеллера, размахивая двумя клинками, девушка казалась, чувствовала себя в гуще боя совершенно спокойно. Ее красивое лицо не выражало никаких эмоций, движения были короткими и точными. Взмах руки и очередное ледовое с спором брюхом. Ой, блядь. Оседает на землю, резкий мах ногой и жертва... Перегревшая мешком падая в траву. Ёпта. Даже мои тренированные реакции едва хватает, чтобы уследить за ее движением. Я смотрю на предыдущие, как замороженный. Ей бой с полутора десятки этих приматов не сражения резвая. Грациозная, красивая, но все же резвая. Против разволосой фурии у них нет и шанса. Не могу оторвать взгляд от почти закончившейся бойни. Что-то непредаваемое, завораживающее и возбуждающее есть в этом прекрасном зверном танце смерти. Смотрю за девушкой, как за заколдованной. Ее ледяное спокойствие, щетки движения, клинками, тонкая талия и изящный хвост. Хвост? Быть не может. У нее в самом деле кошачьи уши и хвост. Она не человек, значит ее реакция и сила ударом все это
ней изначально она не тренировала убийца. Скорее, прирожденный хищник. Черт, на чем вообще я думала? Макс, ты бега собираешься, или я зря старался? Посмотрел на свои запястья, и веревка словно перерезанная, чем-то свободно обмотавшая рука. Перевел взгляд, но ноги тоже свободны. Похоже, я так затек, что даже не ощутил момент, когда путь исчезли. Хамки, спасибо, я после. Ты очень медленный для бойца, или то подразделение. Он махнул лапой вперед и понял, уже стоит в ялости. Макс, тебе конец. Пожалуй, еще планету мне все-таки придется одного. О, Вьетнам, всем. Да. Вышедший из туч закатов солнца светило настоящее рядом со мной охотницу. Не отрывая от него взгляда, я оценил ситуацию. Ханки избавил меня от веревок, но тело толком не слушается, а пистолет не спешит позади девушки. В рукопашную сражаться с ней бесполезнее, убежать в таком состоянии я тоже вряд ли могу. Увидел ее силу и скорость. Я хотел заговорить, но хищный взгляд лишил меня дара речи. А пинок в грудь заставил откликнуться. Едва шевеля батными конечностями, я неуклюже поднялся на ноги, спуская глаз с охотницы, а ведь она чертовски хороша собой. Черт, нашел же время с ней не пускать. А ты симпатичный. Светлая кожа, крепкие руки и тело. Ты мне определенно подходишь. Она смирила меня взглядом на миг, остававшись в районе пояса. Айтам! Все ясно с тобой, охотник. Твою за ногу! Ладно. Да, и там у тебя все в порядке, если это же может пригодиться. Да, охота определенно удалась. Такой раб мне точно подойдет. Будем знакомы, меня зовут Лика. А тебя, зелезелец, чтобы я не... Снова удар в грудь. О, бля! Что я такого сказал? Ты сбис... Блядь! Сука, иди нахуй! Иди нахуй, понятно? Лицо Лики вдруг оказалось прямо перед моей, а ее шипение застало покрыться мурашкой от неожиданности. У меня больше всего инфаркт чуть не случился от этой неожиданности. О, твою мать! Еще одно слово, и ты мертвец. Я спасла тебя по одной причине. Ты мне нужен. Ты мой трофей. Двое моих рабов умерли несколько дней назад. Оставшие не справились с работой. Ты молод и себя даже один сможешь заменить их. Но ты не настолько ценишь, чтобы я не презирала тебя на месте и скажешь мне хоть что-то, слово поперек. Спрашиваю последний раз, как твое имя, зелезрелец? Макс, не зовут Макс, но я не зелезрелец. Это не важно, потому что если меня станет скучно по дороге, скажешь о себе, а сейчас пошли. Если попытаешься сбежать, надену ошейник и пойдешь пристегивай. Вот это поворот. Похоже, он навсерьез решил сделать меня своим рабом. Ну, я хотя бы оденусь. Вон там мои сапоги и штаны с майкой. Я ее сейчас возьму сидеть. Может, она и зверь, но опасная. Остальные вещи я смогла оценить по трупу людоеда. Давай скорее, и без риски движений, если хочешь жить. На ватных ногах я встаю, буквально ныряя в свой форму. Такой скоростью даже мой тренер по сравнению подготовки бы гордиться. Увы, сейчас обстоятельства чуть иные. Конечно, нет, сука, ты ей такая. Попыталась рвануть, но очень... Сейчас все буквально. Пистолета. Как сложно! Если договоримся. Хамки, какого черта? Что ей от нее надо? Она у Марии, похоже. Получается, они неплохо эволюционировали свое письмо. Ой-ой-ой. Салаган. Вдруг остальные хвата слова заставил меня рухнуть на траву. А Лика на рецепт шел от меня. Салаган? Сказал Салаган? А второе слово сказал Ханки? Ее голос два раза прозвучал. Помнит нас еще. Ханки, о чем ты? С кем ты говоришь? Ты ведь его? Ты видишь его? Макс? С хомяком, фиолетовым таким? Ах да, ты же его не видишь. Я не хомяк!
Я перевел взгляд на Хамки, и в этот миг мне словно ударил током. На пару секунд я буквально увидел себя со стороны. Что это было? Я немного коротнул. Она увидела мир твоими глазами, а ты ее. Это значит, что она увидела и меня. Так, лик не остался следа. Она стояла на колени, пытался унять дрожь в теле, и животный ужас в глазах смотрел на меня. Макс, кажется, я только что решил все твои проблемы. Учись, салага. Ой, тварь. Это ты пойдешь у меня. Когда ты у меня пойдешь на скриншот. Макс, я... Прости, я не знал, что ты его посыльник. Блядь, почему мне надо придется два раза делать скриншот? Давай. Ладно. Я не знал, что ты его посыльник. Умоляю, прими мои мольбы и прощения. Я, как любая умари, готова верно служить тебе, Огла Салангана. Лика стояла на коленях, притягивая мне свой кинжал и подлошение, которое она успела нацепить на себя. Мой необдуманный поступок покрыл меня невыносимым позором. Я не знал тебя и угрожал расправой. Как знак раскаяния, я отдаю тебе всю себя. Отныне я твоя, твой щит и твой меч, твой голос и твоя воля. А ты и до моей смерти. Прими, как я свалю рабыню, если только поди, просни. А если же нет, убей. Пусть гибель станет моим искуплением. Она еще склонила голову и застыла, позже ожидая похожего моего решения. Чего? Позволь себе краткий ликбез. Она умори. Этот скот мы хотели создать как прислугу, но они получились генетическими корявыми. Некоторые жизненные циклы, половой дисбаланс, неворожденный. Крайне скудоумные. Отсутствие аналитического способности. Фанатичная преданность. Моему виду. Хотя последнее скорее достоинство. Короче, на момент исхода у Марии так и не были доведены нами до приемлемого состояния. Мы решили не уничтожать имеющие экземпляры, поэтому просто выпустили их в лес на поверхность планеты рядом с лабораторией, где их выводили. Думали, сами помрут. Как ни странно, они не померли и больше того, изменились. Они теперь тоже не видят меня, хоть и раньше такой проблемы не было. Вообще, обычное создавание нами существами генетически стабильны, но у Марии явно эволюционировали и, кажется, изрядно поумнели, хотя фантастически не расстреляли. Но если она тебя не видит, то как может поклониться? И откуда знает твое имя? Или вас всех ханками зовут? Сдурел, у тебя что, вся земля Максима заселена? Нет? У меня с тезками не густо. Я же сказал, раньше видел, когда мои сроднищи ушли, я в одиночестве шастал по планете, то какое-то время ковыли этих умари. Ну, когда... О, вот. Ясно. Много миллионов лет тому назад, брошенный после исхода умари, через считанные дни столкнулись с проблемой голода и чувствовали себя неуютно при мысли, что мои собратья просто бросили их умирать. И в природе Саланган на этим недоделанным существованием нет места. Отсутствие подхождения звенья пищевой цепочки, чтобы они могли в ее устроиться, как ввиду им угодно скорость смерти. К счастью, у меня завлен старый букогенератор. Задача яблони сад. Довести деревья. Пропорции плода относительно Марии. Вполняя, если правильно помню, полдня хватит, чтобы его врастить, получить урожай. Кристалл очень старый, хотя бы сработал. Так. Месяц спустя. Ну, вашу ж мать. Сначала так, ну вашу ж мать. Чертовская комета. Нюга, слишком велика, аж куда бы она ни рухнула, но сотни километров вдруг все будет уничтожено, да не мелочи, рассчитывая поле защиты меня. О, Марии обречены. Я не должен вмешаться
Это их судьба. Это воля самого космоса. Жалко. А, ну хорошо, что, кстати, с цензурой. Я не буду вмешиваться. Прощайте. Простите, я не... Да плевать, я судьбу. Плевать у меня судьбу, чё. Я спас у Марии телекинезом. Остальные метеоры, они окончательно вернулись в мои божественные... Тогда я пришел в голову идеи поставить им на память имени. А вот только метеор тот и не прозрачен оказался. Ясно, понятно. Но когда я решил впасть в печку, обидно стало. Я для них старался, а они меня забудут скоро. О! У Мари! Раса похожа на зрецов, но умеющие другого типа и пушистые хвосты. Их отличие черта невообразима для людей физической силы. Сталаганцы хотели... О, блядь. Это мы потом почитаем. И вот, и установили на выходе из лаборатории свою стереограмму с пси-надписью. Здесь был великий добрый Шедри Хамки. Такая стереограмма держит заряд почти вечный. И любому, кто смотрит на нее, посылался в мозг сигнал с заложением информации. И в этот момент, откуда ни возьмись, мне позвонили родаки. И с этим звонком у меня улетела запись. Но не беспокойтесь, игру я сохранил. Продолжим в следующих сериях про Хамки и эту Лику. С вами был Boy Interest 7. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.